43-летняя Анастасия Волочкова отдыхает в Пхукете. Бывшая прима-балерина Большого театра не устает радовать поклонников красочными снимками в бикини. Она уже успела похвастаться растяжкой, сделав первый шпагат в новом году. За долгие годы звезда научилась не обращать внимания на негатив, но иногда даже ее терпение не выдерживает. Одна из подписчиц ехидно обратилась к блондинке после ее снимка со шпагатом. «Ты не устала ноги поднимать, старушка?» – поинтересовалась девушка. Анастасия не стала терпеть такие издевки в свой адрес. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Попу поднимите и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату». «Недолюбленная злая тетка», – написала Волочкова в Инстаграм. Ответ хейтерам звезда вынесла и отдельным постом. Она поделилась фото, на котором позирует топлес на кровати. Какое же это счастье, находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможности позволить себе то, что позволяем мы, заявила балерина. Она призвала не обращать внимания на подобных людей. Анастасия уверила всех, что никто не имеет права раздавать наставления, в чем плавать и отдыхать на яхтах. Этого и не могут простить недолюбленные тети. «Ну простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто», – резюмировала блондинка. Анастасии Волочковой удалось заметно похудеть. Она призналась, что дочь не приняла ее нового бойфренда.